Вот у нас у власти все вот люди жаждут в этом мире, да и весь народ, я не в том беру, да вся, весь шарик земной, он хочет добра, он хочет счастья в этом мире, вообще в этом мире, да. Он не хочет войны, он хочет сеять, ну, зерно. Вы знаете, вот это зерно посеять, а без разницы, какое зерно, лишь бы зерно оно было. Зерно человеческое есть, и такое, такое, такое. Главное зерно посеять. Оно, это зерно всходы дает и прибыль дает, и так далее, и тому подобное. Вот. У нас вот правительство, ну вот как, вот человек сеет, убирает вот это зерно, его просто грабят. И защиты просто вот, просто нету, нету, нету этого человека оберегать, чтоб он. Он вас всех накормит, напоит, вот этот человечек один, напоит, накормит. Вы не делайте этому человечку зла, вот этому человечку зла, который трудится на полях и так далее и тому подобное. Не делайте ему зла. Зачем вы так делаете вообще вот это? Он же вам, вас кормит, поет. А зачем вы его последние, у него штаны забираете, плуг забираете, все забираете у него, у этого человечка, маленького человечка, забираете, такие большие люди. Он же вас кормит, он пашет, а вы его обижаете. Не надо вот человека обижать. Я вот этого вот даю, вот это слово, да, преступному миру. Преступному миру, большому преступному миру. Никогда мужика не обижайте. Хоть где он, в тюрьме, или где он находится, мужик, или вообще где находится. Не обижайте этого трудягу мужика. Он же вас кормит, он вас поет. Не обижайте его. И вообще, надо такой закон создать, да, если обидит мужика, кто обидел мужика, и кто или его пальцем что-то заденет, бошку им сносить, всем этим, вот этим, мразям, да, сраным мразям, да. Они обижают, и не трогать его, детей, и так далее, семейство его. Он же вам, вас кормит, всех кормит, вот